С хорошим интервью тебе. Не слушай так голосовым, вдруг он тут что-то скажет. Что он сможет сказать? Не знаю. А что эта игра не находится? Как? А сейчас найдется? Не находится. Уже долго не находится. Не находится. Не находится. А там кот что-то сказал? Не, он сказал. А, так, ну давай. Так, гейм каптуре. Ну, получается, за захват отдельного окна. Мне опа. Кажется, сейчас я кошку проверю. Вот оно ведь нашлось, но что-то не алло. А что там, блин, донат пропустил. Надо же донаты прочитать правильно, я понимаю. Или нет? Как тебе обзор на твой? Вот смотри, вот что нам прислали, интересно. Ну ладно. Ну ладно. Давай что? Уберем донат, это уже закрываем. Да ладно, что-то. Да, убираем. О, опа, опа. Вот знаешь, куда нажми? Вот сюда нажми. Кого? Вот сюда нажми. На ну нажимай. Да ну нажми зачем? Сюда. Да я хочу, чтобы донаты нажми. Были. Ну зачем? Они в меню пишут, нажми. Не, ну... Нажми. Вот. Ну это же плохо. А зачем? Пусть донатят. Деньги же, это прекрасно. Они раньше ненавидел донатить. Творчество Алишера, сейчас сижу кайфую. Вот то, что пересмотрел интервью, пошел, вот пошел. И по... Ну спасибо, интервью. Был в кайфе, круто и вкусно. Это да, спасибо. Я тебе сделала так, чтобы ты донаты не читал отдельно. Ладно, а я могу донаты читать в этом? Да. А где? А как? А где? А вот я хочу донаты читать. Хорошо, будешь читать тут. Ну как, а как? А это получается, они в этом стриме тоже написали, тоже надо удалять? Да не, не. А что, писать тоже нельзя? Да ладно, че, давай же играть. Да у тебя парень Моргенштерн, а кто тебе что сделал? Да? Кто тебе что сделает? Ты посмотри, ну я же, блядь. Мы играем? Конечно. Let's go. Я бы хотел, конечно, донаты почитать. А, сейчас. Что тебе надо? Что тебе надо? Настоящая не надо. Все, давай. Сейчас тебе донаты открою. Давай, ура. Бьем. А может этот... Ну, блядь. Да включи. Хорошо. А, знаешь что, открой с телефона, я тебе зайду через себя. Эллерс. А может я хочу не с телефона? Не, ну, так, что происходит? Одиночная игра. Так, давай, и ты будешь с телефона читать? Ну, давай. Мне тут уже зашло. Да. А, давай с твоего. Так, ребят, все в мой телеграм-канал, у меня самые точные прогнозы. О, скажи, не надо это говорить. Вдруг это тоже здесь есть. Тоже нельзя? Не знаю, ну не можно, но не надо. А что это происходит? Ничего, не важно. Абсолютно. Хорошо. Вот, смотри, вот сюда. Вот, только ты обновляй, хорошо? Хорошо, да, конечно. О, кошка. Кошечка, привет. Посмотри. Так отпрыгнула, снежная. Ребята, ой, ребята, это кошечка. Вот она. Ну ладно. А этот чья? Это моя. Все, все не лагает. Ути-пути, говорит. О, не лагает, балдеж. Что такое балдеж? Типа балдеж. А, балдеж. А какой? У нас началось. Да. Ты же знаешь пароль? Я не помню. Ты помнишь, когда моя мама родилась? Помнишь, что? Теперь придется тебе. Будут концерты в Германии, меня спрашивают? Конечно, да. Там кто-то сел в автобус, и он едет. Говорит, Алишер, меня не пустили второй раз в кайф. Скорее всего, из-за кофты. Типа деловой стиль. Нет, там не деловой стиль. Там просто... Ну... Как сказать? Вообще все же фейсы имеют право не пускать по независимости. Конечно. Это просто зависит от удачи. Не, но если наша охрана видит, что вы состоятельный человек, готовый позволить себе чуть больше, чем просто попить чай, конечно, вас пустят, даже в кофте. Да, если же вы пришли туда заказать воду и ждать Моргенштерна с камерой и трясущимися ручками, то вас не пустят. Так, ну все. Кошка. У нас здесь игра. Уважаемая кошка, пожалуйста, аккуратнее.
Видишь, лампа воняется. Это она ее уронила. Да? Да. Опа. А что с ней делать, с этой кошкой? Она немножко мешает игровому процессу. А, вот такое отношение к животным осуждаю. Добрый день, спасибо. О, нифига, да. Он русский, я думал, он и компьютерный. Впереди не проехать. Авария, пришлось дорогу перекрыть. Мы направляем всех через Little Hope. Тендер бабуля пишет. Все нормально? Вас ничего не беспокоит? Да, донат не пришел. А, да, я вырубила. Мы вырубили экран из донатов. Донаты с экрана. Просто хочу довести своих пассажиров. Вряд ли их потревожит небольшая задержка. Дорога на восток. Как раз через Little Hope. Времени почти не потеряете. Алиша, помнишь, как я тебя сосал? Да, помню, спасибо. Это если что, это добивает, да, пошел, да. Понятно. Нет, это шутка, это про другое. Это осуждение конкретное. И да. Шутка 100%. А что ему этот сказал, полицейский? Еще немного, и выбежит. Помнишь, как я тебя сосал? Ну, типа, дорога перекрыта. Все так. Неплохо. А подожди, а там у тебя же есть модер. Самые тяжелые. Да, но они чуть-чуть не узнают. Знаю, это глупо. Пусть он донаты чекает и все. Мне все равно легче. Я бы хотел, чтобы люди могли на экран. Давай сделаем. Давай, все, ребята, можете снова донатить. Сейчас, подожди, вначале поставлю. Давай я уже включил. Бля. Да все, я включил. Ну вот это что такое? Что? Ничего страшного. И туда едем. Ерунда. Небольшое. Это не вообще, почему это, если люди дурачки? Не говорите со мной таким тоном. Можете потише. Должны тебя заманить. Бля! Ты видел? Там девочка была. Да. Ну, то, что он ребенка сбил, это, конечно, осуждаю. Правильно? Короче, нам сказали, чтобы не было ванвордов, надо сделать, поставить задержку. Сейчас давай на секунду этим займемся. Хорошо? Хорошо. Все. Так. Да, что тут у вас на Твиче, конечно, интересно. О, смотри, нам скинули 10 тысяч. 10 тысяч? Эвелони. Это стример, нет, какой-то? Да. Да? Я смотрел его реакции на песни свои. И как тебе реакции? Я не помню, но, по-моему, какие-то были классные, какие-то нет. Делай все классные, пожалуйста, а то буду страйки кидать. И вообще, выкуплю Twitch и забаню тебя. Подожди, у тебя нет денег. Как? Ну вот же накидывают, смотри, уже 20 тысяч, пипец, ты поделишься со мной? С тебя ужин. Где? В кайфе. Ладно. Давай. Идем еще, да? Спасибо. Спасибо, ну, ребята. Давай расстанемся. Да нет, ну давай. Как, ну ладно. А виски дашь попить? Я сейчас тогда пошел в запой. Тут сзади где-нибудь сяду и буду пить. У нас технический перерыв? Да, она сейчас выключила... ну смотри. Нет, сейчас включим микрофон. Слушай, давай пока выключим донаты, а сейчас разберемся и включим. Да что такого-то? Ну, там пишут всякие гадости. Ну и пусть пишут. О, Тендерли Бубаня, косарь прислал. А откуда у него столько денег? Откуда у него денег столько? Откуда у тебя столько денег? О, А4, это привет, Влад. Классные песни, мне нравятся. Kids, вот это особенно в РЛ, это ламба. Это. Сейчас. Это ламба врум-врума, это гелик, Влад, это бумага, а бумага это деньги. Hello, kids. Я молодой принц, hello, я сияю ярко, будто толпа детских лиц.
Радости на лицах, будем веселиться. А если кнопка красная, ей нужно измениться. Массировать. Гэлен, Кобяков, Гэлен, вот бумага, Гэлен, Кобяков, Гэлен, вот бумага, Гэлен, Кобяков, Гэлен, вот бумага. А вы совсем забыли, как летает моя лампа. Это лампа, брум-брум, это гелик, вот Влад, это бумага, а бумага это деньги. Это лампа, брум-брум, это гелик, вот Влад, это бумага, а бумага это деньги. Все, давайте, ребята, если мы сегодня собираем Дилари, у тебя нету полоски доната, да? Нет полоски? А две полоски это когда у тебя будут? А когда она не хочет... Дилара не хочет ребенка. Я хочу ребенка, а она не рожает. Ребенка хочу, а она не рожает. Вот. А что? Донат-то сделали? Нет, да нихуя мы сидим. О, смотри, а тут еще 10 тысяч прислали. А вот Эвелон говорит, ты охуел, мне все треки заходили. Все, тогда базару нет, значит, у тебя отличный музыкальный вкус. Молодец, респект. Эвелон, красава. Все следующие песни, которые я буду делать, посвящены тебе. Вот, и, пожалуйста, слушай их хорошо и радуйся очень. Вот, ребенка. Осуждение. Так, ну все. Эвелон подсосался, пишут, да. И вот бы все так подсасывались за 10 тысяч, конечно. Это было бы отлично. Давайте, ребята, мы сегодня. Так, давай запоставим. Надо. Вот смотри, нам написали. Что? Там настраиваешь 9 остальных. Ну, там есть задержка и банворды. Может он написать. Ну, банворды там уже стоят, да? Настроить. Стой, а кто это? Ну, он у тебя это все палит, да? Да никто это не палит, блядь. Сейчас. Так а зачем? Давай просто играть уже. Мы же что-то собрались поиграть, но... А давай мы поиграем и удалим просто стрим. Все равно да, конечно. Пусть радости пишут и пусть ничего страшного. Осуждение. А что там все осуждают? Что там интересно? О, еще 10 тысяч? Или это... Или это те? Что стой. Это мы делаем? Это уже было. А, это задержка, да? Наверное. Нет, слушайте, ничего страшного, я думаю, да, абсолютно. Я хочу поиграть, ну тоже это. Я видно. Тоже хочу поиграть. Если даже забанят, то, блин, я не могу каждый донат отслеживать, их слишком много. Действительно. О, Володя, кончен, салам алейкум. Давай играть в игру, хочу. Хорошо, давай. Не дает играть, хочу играть. Уже давай, все, мы играем. 3 часа ночи, хочу играть. Все, мы играем. Он сбил девочку, получается. И вот так вот проехался. Автобус упал. Такой звук приятный. Когда денежки капают? Да. О. Ну хватит, Джеймс. Ты знаешь, как меня злит, когда ты не принимаешь меня всерьез. Я знаю, дорогая, но у меня был трудный день. Неужели они опять за старое? Ну да. Напился. Ну надо же. Я просто посмотрел с парнями матч, милая, и все. Как же все, а то я не вижу. Прошел слух, что кого-то могут сократить на фабрике. Ты годами это повторяешь. Что, меня больше беспокоит Меган. А что с Меган? Ничего такого не вижу. Ты как напьешься, ничего не видишь. Преподобный Карсон задержал ее после молитв. 4-й раз подряд. У нее проблемы, это важно, Джеймс. Ты слишком над ней трясешься. Мне сейчас блин, не я так давно этого. Не играл сюрприз. В компьютер, тут такая графика классная. А когда тебе будет до этого? Я придумала проблему на пустом месте. Она делаешь это? Сейчас, я... Я хотел просто, знаешь, что сделать? Что? Давай чат не сделай, чтобы он, видишь, что сделал. Что происходит? И что? Я не знаю, а мы сюда нажать. О, все. А, вот. Все круто? Да. ФПС пизда, говорит. О, да. Пизду-то можно говорить? Логин, благодарю. Ну все, да, можно. Я думаю, просто смотри, мы сейчас отключим звук, и чтобы он нам не мешал правильно оповещение. Угу. Я правильно понимаю вообще, ну, что к чему, да? Угу. Вот, именно так конкретно отключаем и начинаем играть.
Ну все, мы сейчас будем... Лана! Мы сейчас будем жестко играть, ребята. Да вся семья на мне одной держится, и это, по-твоему, пустое место? Хоть бы раз бы помог мне. Может быть, у нас свои дети? Ничего такого бы не было. А вот это просто подло. Ты не видишь, как мне из-за этого тяжело? Не только тебе тут тяжело. Дела на фабрике идут совсем скверно, Анна. Я не шучу. Не сейчас. Ну, видишь, дела на фабрике, говорит, совсем скверные. Не сегодня. Черт. Видишь, как плохо работать. А вот почему ему можно пить, а мне нет? Чтобы вы понимали, я сегодня весь день прошу у Делары, чтобы мне бокальчик виски попить, а она не дает. Таня опоздает. У нас нет виски. Это ее новое. Неправда, есть. Безразличие или краткость? А, типа, какую эмоцию ты выражаешь, а это что он скажет в итоге? Или можно промолчать? Давай ты будешь решать, а я... Нет, я буду решать, а ты нажимать. Ну, если я бы... Мне похуй было. Давай только мышкой. Давай без различия. Таня всегда опаздывает. Не, неправда. Как начала встречаться с ним? Парень явно ей не пара. И этот его стрёмный New Age... Напоминает какой-то жуткий культ. Он тут заходил на днях. Мы слегка потолковали. Он клёвый. Это классика. Великий альбом. Видишь? Перестань её лапать. Да. Что, да. А если давайте... у нас сейчас будет, ну, какой-то выбор нам будет сделать? Всё, я смотрю. А давай, если скину 10 тысяч, ты мне бокал виски нальёшь. Нет, ты сам скинешь. Да, скину. Вот что сейчас было, я всё пропустила. Я тоже. Тут есть один скример, но вот такой самый. О, Дэвид Биз. Салам алейкум. Хомяк крутой. Боже, вот ведь одержимое, чтоб твоя башка начала вращаться. Всё, давай это... Всё, смотрю. Хомяк, респект. Кто? Дэвид Битц, это крутой чувак. У него очень классные видосики. Замерзла. Если дверь не починит, придется через окно залезать. Да почему это нету в банбордах? Осуждаю! Чё, но мы же ничего ну, не говорим. Ну какого хрена? Мы же ничего не говорим. Да меня бесит. А почему бесит? Из-за них я должна вот так переживать? Ну все, вы мою девочку разозлили. Знаете, что вам за это будет? Ничего. Вот так, вот так. Ну хватит. Как я их? Это не могу же то. Да. А где вам? Еще раз, девушка, вам разозлить, и стрима не будет. Поняли? Я здесь приедет убивать вас в GTA 5. Правильно я говорю? Правильно. Правильно. Дай напишу, дай напишу. Там вот так вот было. Да. Еще вот так вот. Я еще вот так вот. Ты два раза, ну тоже. Нет, это же русские и английские буквы, понимаешь? Я же гений. Хотела их вот этим словом позвать. А? Ничего. А еще знаешь, через букву. И вот это слово было через точку с палкой. Ну и пускай. Ну давай ее сделаем, пожалуйста, я не озвучила, они сейчас будут писать. Как у вас тут все, конечно, и да. И вам на что. Ужас, ребята, этот ваш, конечно. Да уж. Давай, твич. А давай еще знаешь, как стоит? Ну, так еще. Интересно, интервью со мной это самое длинное интервью, Дудя? Все. Все. С одним человеком наверняка. Ну, самый длинный пенис, как говорится, правильно? Самое длинное интервью, да? Правильно я говорю? Что? Ну, интервью, говорю, с Дудем, 3 часа. Это самое длинное... Давай, дальше, пожалуйста, ты играй. Знаю. Он опять налокался.
Они грызутся с тех пор, как отец вернулся. Налакался. Что на этот раз? Ну, давай на саду. Грустно. Отец напился, да? Да ладно. Отец напился. Кто бы мог подумать? Они все время ругаются. Наш ребенок так же будет говорить. Как старая заезженная пластинка. Деннис, я тысячу раз говорила, чтобы ты отнес свой хлам на чердак. А нельзя повежливее? Это не хлам, а редкая и очень престижная коллекция. О, косарь. Спасибо. Как будто она в прошлом. Хочешь тейк? Заходи в кайф. С ним-то что? Ну что, он просто Денис. Денис? Нет, он просто Денис. С ним? Да все как обычно. Он просто Денис. Какой сюрприз. Не отвечайте, Ванске. Эй, Денис! И она то, что не ответственность. Потому что нам это нахуй не надо. Не сейчас, я занят. Там Денис занят, смотри. Там Денис. Денис. Ничего, не написал, но там что-то сложно написать. О, нет. Эй, успокойся ты! Нам говорят, лучше на натуру, не прям все говорят. Ну, выключай. Давай. А давай удалим тот скрип, блядь. О! А давай этот... Отключим донаты, удалим. Дело, как знаешь, ты, тебе виднее, ты ведь тут. По сути, у меня нет вообще галочки, типа, я не верифицированный, да? Или как это? Помогите, нихуя не знаю. Ну ладно, тогда, как вы и просили, господа, песня Ай с разными голосами. Еще раз, ребята, как вы и просили, песня Ай с разными голосами, да? Эти цепи на мне! Эту диву так манят. Глен Кобяков. Мэй. Каменный камень. Вау. Угу. Давай, я еще придумаю голосов тогда. В общем, ребята, как вы и просили, песня Ай с разными голосами. У меня их много. Начнем по классике, да? Иди цепи на мне. Эту диву так манят. Закаменел. Будто. Каменный камень. Нахуй игру. Так мы не играем. Сейчас я думал, какой бы голос еще. Я беру все, вот об этом таре. Иди цепи на мне, эту суку так манит. Ну хорошо. Такой молодец. Вот не какой-то там он клевый классный. Ёб твою мать. Давай играть. А теперь, ребята, АСМР. Я не могу, ты сможешь. Как думаешь? Сможешь? Докажи. Что, слабо? Слабо? Все, играем. Попить можно воды? Напугала, милая. Вы тут говорили обо мне? Не сейчас, Меган. Я просто хочу принять ванну и отдохнуть от этого дурдома. Дурдома. Вдруг нам скинули 10 тысяч, а сейчас виски выпью. Да не будешь тут виски пить, если тебе не виски. Мне не разрешают пить. О, я же рок-звезда. Как мне не разрешают пить виски? Я рок-звезда. Поговоришь с предками? Мне лучше не встревать, ты же знаешь. И я могу сделать только хуже. Кажется, на этот раз все серьезно. Они братья и сестры получились? Они говорили о Меган. Она что-то натворила. Стой, это игра, где тебя. Ничего надо делать, только точно, выбирать эти, нет. Даже ходить не надо. Чего не все цепляйтесь? Да, скучно. Где там мелкая принцесса? Да, не скучная. И тебе интересно.
Вот, видишь, ты даже это проебываешь. Как нормально игру играть? В смысле неинтересно? Ну, неинтересно, ну, скучно. Ну, нажмем. Ну, да, нажимаем. Не, ну я хочу быть честен, да? Во-первых, что, перед собой и перед своими, ну, уважаемыми, дорогими зрителями. Но это, очевидно, скучное дерьмо, блядь. Вот. Я думал, знаешь, это будет такая штука, где ты ходишь по какому-то подвалу и обосрался. А ты играл в Outlast? Не помню, не знаю, нет. Да я вообще ничего не играл. А это и вроде типа классика. Я хочу ходить и обосраться просто. Ну, обсираться так, знаешь, типа вот и страшно. А тут, ну, типа сидеть, что-то слушать, да ну его в пизду. Ну, мне нравится. Я лучше бы сам поговорил, мне больше нравится. Хорошо, давай будем говорить. А, давай, давай общаться с подписчиками. Я никогда не общался с подписчиками. Хорошо. Я хочу пообщаться с подписчиками. Давай, все, мы с ними читаем. А мужик, ты чего, открыл рот и молчит? О, какие зубы желтые, да? А давай от вас пока скачаться поставим. Только ты сама, я не хочу. Блин, ребята. Давай, ты тогда сиди, читай донат. Что-то с прической не так. Я вот тогда пока почитал донат и поговорил с дорогими подписчиками. Давай, мне, давай сделаем интересно. Так. А что, давайте так, да, да, если мы сейчас собираем Лего, да, конструктор, то я тоже на Твич залечу. А что, я бы хотел, в принципе, это да же... Да с хрена я захотел. Не, а что, ну смотри, это прикольно. Ты сидишь, в принципе, а проводишь общение, разговариваешь. Я, в принципе, ну, у меня есть некий дар, некий талант, да, я могу без конца говорить, как ты уже, наверное, заметила, да, и даже могу это делать без стимуляторов, порошков различных и тому подобных, производных от этого всего. Вот, и а почему бы, если я тогда умею просто сидеть, пиздеть, всякую хуету нести, почему бы мне за это не зарабатывать? Не получать за это деньги. И покупать тебе новое платьишко в Заре. Смотри. Что? Все такое большое. Ну, это же мой компьютер. Это типа пенис у меня большой, поняла? Че, не понимаю, о чем говорит. Ну что, ребята, все приходите в кайф, кайфуйте, наслаждайтесь, кушайте вкусно, пейте коктейли. Это с каким вкусом? Ореховое? Что, тебе ореховое нравится? Не, вообще вот эти штуки ужасные. Мне просто хочется чем-то сейчас рот занять. А ты смотри, я смотрю на тебя, и ты такая красивая, такая прям сучка статная. Спасибо. Блин, классная у меня женщина, да? Нравится вам? Мне да. Пользователи интернета восхитились, когда увидели девушку в Моргенштерне. Как он смог вообще завязать отношения с такой красивой девушкой? У него же только всякие проститутки в клипах снимаются. И вообще любят его только школьники. Дилара, сколько тебе лет? Ты рассказывала людям? Да, мне 20 лет. А где Outlast скачать? Тебе 0 лет. Я не знаю. Уши как у эльфа, да. А покажи магию. А, я что-то скачу. Ну, сейчас что-то нашла. В Стиме говорят. Да, я знаю. Теперь он мне... Так надо в магазине искать. Ты что, блядь, совсем все? Тю-тю, нахуй. Ужас. Outlast 2 или 1? 1. 1, да? Там страшно? О, фу, страшно как. Давай. Обосраться это я хочу. Я смотрела лет 5, наверное, как мне играли другие дяди. Не понял сейчас. Ну тогда я тебя не знала. Не понял сейчас. Сейчас не понял. А я тебя люблю. Прям. Понятно. Все ясно. А все пишут вторую. Ну да, вторую. Ты только что купил. Ну и что? Ты тут собрала 30 тысяч, блин. Я не про это, я про то, что они разве не связаны с сюжетом? Я думаю, главная задача же просто обосраться. Хесус сказал первым. Один лучше говорит. Кто сказал? Кто тебе там пишет? Хесус, он же он там написал. Где? Кто это такой? Что за Хесус? Осуждаю. Или не можно такое говорить? Ну, Хесус, который, помнишь, на день рождения Крида был. Да помню, конечно, все помню.
Да ладно, нет, ну все, всем респект, всем респект. Единственный человек, которого я не уважаю, это я сам же. Вот, а всем остальным респект. Че тут уважение, и что ты все помнишь? Не помню. А ты скачиваешь Аглос? Да. Первый? Первый еще. Что за цифра? Ну, для такого времени, типа, полчетвертого, это много. Я понял. Ну что ж. А что? Угли, я не поняла. Агли. Это that bitch, that fist. Бич тоже нельзя говорить, наверное, да, осуждаю, осуждение. Что? У нас сейчас из-за скачивания... Ну, он быстро скачивается. Ладно, стрим страшно. Упадет. Ну и пусть падает. Скачиваем. Минус стрим. Походу пошли... А, все, стрим упал, да? Да, вот так сделаем. Подождите. Так, уже больше половины скачалось. Скоро мы начнем это. Скоро. Скачалась. А чё кричишь? Не знаю, всё, я радуюсь. Там люди, которые не готовы были к этому крику твоему. Так, пусть они не видят, что я пью. А, видно? Ой! Осуждаю, конечно, такие напитки. А, всё, скачалась. Чё я так делаю? Подружка. Мы видели, как мы на интервью видели, как он сделал? Я не видел. Поцелуй меня. А стаканчик виски нальешь? Виски стаканчик нальешь? Опа, интересно, конечно, интересно. А что, побольше не будет? А, ну, видимо... О, все, ребята, мы сейчас будем играть. О, вот это уже страшно. До сих пор, пока логотип слева не потемнеет, а изображение персонажа не станет. Так. Слева логотип не потемнеет, а едва видимый. Ну, в принципе, так. Ну да. Уф, все, ребята, мы сейчас будем обосремся мы сейчас. Так. Гейм-каптуре. Не нажимай так. Как? Нажимай. Я же все знаю, я же гений. Опа, отлично, как у нас все получилось, да? А я же настроить помощь вам дали. Стой, здесь, наверное, тоже надо поставить. Да не показывать сообщение снова. Настройки, наверное, тоже надо поменьше, да? Да. А нет. Это все очень высоко. Ну, здесь-то этот... Как это называется? Все просят пернуть микрофон. Ха, нет, ребята, для этого у вас есть трек или проблема, пожалуйста. Пожалуйста. Да что такое? Нажми на вот... Не, гадость! Гадость! Так, вот так будете смотреть. Вот, я придумал. Это наш новый фирменный стиль будет. Смотрите, вот так вы будете смотреть игру. А что? А по-моему классно. Нет? Не находишь? Или как-нибудь вот так? Ну, вот так. Есть. Есть же, да, согласен? Давай, растяни. Сильно? Ну, под крышкой. Я бы хотел, чтобы все перфекционисты очень бесились, и я бы вот так оставил. Все. Ну, они да, же... Да, пусть они бесятся. А это наши стримы, наши правила. Нет, перфекционист. Сложность нормальная, высокая, кошмарная, псих. Я бы, наверное, на высокой, да? Ну, давай высокую. Давай высокую. Да с чем поменьше можно? Сцены насилия, кровь и сексуальные сцены. О, осуждение конкретное, да, я думаю? Игру смени мне пишут.
А, игру, наверное, сменить в этом, в названии, нет? Или... А, точняк! Блин, ты такой умный! А вдруг не в названии? Артём Артёмович, да. Я не знаю, кто это. Я знаю, столько слава можно. А как это убрать? А как ты это делаешь? А я не давай сейчас. Чё, ребят, вас, я надеюсь, сильно бесит? Во, бесит вас, да, что игра неровна? Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Категорию, говорит, изменить. Да, сейчас я изменю. А, нельзя трогать дети, да? Нельзя. Да что такое? А если вне экрана? Хорошо, что у тебя есть дети еще там. Что? Что? Мы самая милая стримерская пара. Вы так не считаете? Ребята! Да почему со мной никто не говорит, блядь? Я один здесь. Они все говорят нет. Что? Как нет? А кто самая милая пара, по-вашему? Кто? Кто? Бустер и Катя самые милые. Ты что, Бустер и Катя самые милые, правда? И давай с ними 2-2 запиздимся. В GTA. Давай. Все, все пишут го, ну все, тогда бустеры катим, мы вызываем вас на бой 2-2. А я почему не могу поменять? На кулаках, значит, без никаких правил, без перчаток, без шлемов. Единственное, со мной всегда рядом Азиз, поэтому вот, прошу это понимать. Сейчас я сделаю. Вот, смотри, сделала. Чего она? Чего секунду? Ну ты подруга у секунду. Блин, слушай, сейчас-то уже все спят, я думаю, такое... Все, я еще делаю. Давай я на всякий случай... Ну что, весь день пусть приходит или что? Я опять попала в ловушку. Какую? Не могу сюда сделать. Да уж, стримерша она называется. Все хорошо, не переживай. Так, ну все, я готов обсираться по полной. А ты, может, сделаешь ее все-таки этот... Не, не сделаю, пусть бесится. Ну, пожалуйста. Не, пусть бесится. О, это тоже страшно. Если будет что-то плохое, слышишь? Нажимай на вот эти кнопки, и потом сюда. Хорошо? Ладно. Это если будут там какие-нибудь сцены... Попы Кити, да? Ну, да, даже мужские. Мужские Кити нельзя? А. Ну не знаю, ну что они там будут делать, я же не знаю. Уф, это толерантность. А, можно было? Нет. Ну там было в дисклеймере написано. О, а здесь Аминович нам прислал. Донат, спасибо большое. Понятно. Тебе премию за это. О, это... Ну, вот а, эту... игровой контент можно? Все. Машина, конечно, у него говнище. Мы тоже не будем. Давай начало и конец. Люди мы не знакомы, мы ожидаем не поклонник, люди должны быть музыкой. Здесь творится что-то ужасное. Там что-то про психушку. Кайф, это мне нравится. Какую-то короче, давай, все. Блин, а завтра рано вставать, да? Ну ладно, а сколько сейчас денег мы заработали с тобой? Скажи, пожалуйста. Нажми на эти кнопки. Okay. Ну какие там нажимаешь? Зачем? Ну чтобы я... Вот же тут, посмотри просто. А, блин, ой. О, я вспомнила эту игру. Ну, в смысле, антураж. Блин, я не играл в компьютерные игры очень-очень давно. Список задач обновлен. Во, ой, так, надо чувствительность мыши немножко настроить. А то очень уж, очень жестко. О, сегодня мы 33 тысячи заработали. Нифига себе, все. Хорошо. Все равно очень сильно. Давай читать периодически думаю, да? Давай. Все. Так. Это список за... Нет. Так. Цель исследователь, учебница. Ну все, let's go. Ты понял, где что? Давай ты будешь играть.
Давай. А если ты играешь, ты за классным креслом сидишь или я? Что? Зачем сижу? Ну, хочешь на нормальный кресло сесть? А, ну, не знаю, давай. Если ты не против, конечно, уступить мне трон. Ладно, спасибо большое. Угу. Да, что, какой он оказывается в жизни милый, да? И образ это все его дурацкий. А в жизни такой хороший и... О себе в третьем лице говоришь. Да, да, и котят очень любит. И все. Так. Мне уже немного... Сказали, нельзя целоваться. Ну, что, серьезно? Все, ладно. Мы не поцеловались. Мы так здороваемся вообще, да. Просто так принято. В Испании же, да, так, ну, целуешься? Конечно, да. Именно так. И я осуждаю ее полностью. Это все дело, блин. Но мне уже немного обосраться хочется. Кошка жрет. О, кошка по ногам. А, так, внизу? Да. А, я чувствую. Так. Ого. Типа, а, не надо, не надо, не делай этого. Не делай. Да блин. Как же попасть в эту вашу больницу? О! Включенная камера позволяет приближать и удалять изображение. Да, это вообще обосраться можно, конечно. А два окошки смотреть. А мы сегодня. А как сегодня спать? Ой. Ну ты должна обсираться, а ты. Не, ну не я взял на себя. Как он? Взял на себя. Да похуй. Чё туда взял? Можно чмокаться, в засос нельзя, ну почему всё. Вы меня игнорите? Отправь еще раз. Мы прочитаем. Неприятный звук. Давай погромче сделаем. Нет. Хотя не, давай, я крутой, я рэпер. Мы застряли! Не понял. Вон вебка, смотри. Что с тебя? Я не знаю. Опа, Алишер гений. Блин, а почему? Компьютерный гений я. Так, ребята, я залетаю. Ну, ты серьезно не... так боишься? А там, по-моему, можно режим... Да, кто слышно увидел? Кушать. Но это не, я не хочу, мне страшно. А, смотри, тут садится батарея, у нас всего одна из пяти, получается? Ну, это вообще... Надо игра искать батарейки. Серьезно? Мне не нравится эта игра, мне страшно. Ну, сейчас изначально не может быть что-то страшное. Обычно вначале пугает атмосфера, а потом уже идут скримеры. Потом только. Ужасно. Мне написали, что у нас теневой бан. Да? А за что? Не знаю. Как... Ну зачем? А зачем кричать-то? Я не знаю. Кто это вообще кричал? Кто-то кричал. Что ты, ну это... Я не знаю, вот это не надо исследовать как-то. Там же что-то надо. Но я думаю, если не получается взять, понял, и ничего не надо. Понял. О, Дава, 5000 рублей берем. Дава, спасибо большое за это. О, не, я видел, ты видела там, как это пробежало? Нет, как он не видел? А я видел. О, не, я не пробежала. Вообще, да, ублюдство какое-то неприятное. Ой. А если, вот у меня же нервный тик, вот я глаза закатываю, а если я закачу на страшном моменте, они останутся навсегда так. Да что, не будет такого! Я что, Эл Джеймс стану? Да? Вот так? Не будет. Вот так гораздо приятнее играть. Ну ладно. И чё? Вот. Ищи батарейки. Я ведь даже никак не смогу этот... О! Батарейка. Отлично. Я ведь даже не смогу драться, да? Никак. Если что. Да
кто пишет. Хотите реверлист к нам на Твиче? Кто пишет? Кто-то в чате. Я не рэпер, ребята, я человек. Блин, я не хочу туда, там кровь. Ну, придется. А зачем ты зашел? Мне что страшно, ходить? Я сыч. А где Азиз? А почему Азиза нет рядом? А как бегать? А бегать ты можешь? На шив, да. Опа. Крышка берет. Блин, ну тут, наверное, интересно, знаешь, пациент утверждает, что состояние сонаправленных осознанных сновидений... О, нет, это же уже уродская тема какая. Давайте почитаем. Наблюдается активность маршрутного продолжения сонаправленных симптомов. Ретроцитная томография показывает аритмию быстрого медленного сна. Смех в медленной фазе. Да. Ну, пизда. Ты сам хотел страшно. Хотел, да. Чтобы что там было письмо? Чтобы закрыть. А, скорее всего, придется у кого-то убегать и закрывать двери. Кипни. Я не хочу туда вообще. Ну, ладно, залезай. А если тут нажать shift? Нет. Блядь. А что он сделал? Зашел выше. А, он тебя искал? Наверное. Стой, ну мне хочется теперь вернуться и посмотреть, что там. О, идет сохранение. Обычно это нехорошо всегда. Блядь. Да какого хуя? А, без башки. У, изумрудный цвет. Смотри. У меня сегодня девушка кайф, очень вкусно. Еще придем. О, круто, кайф. Смотри, еда. Изумрудный цвет. 3, 4, 5. Все купюры горят. 6. Мы, ребят, горят, когда зад наряд. Я гоню быстро. Ладно. О, а тут еще. И еще один, без башки. Изумрудный цвет. 3, 4, 5. Все купюры горят. 6, мои это ребята горят. Это просто на нас скинули за 1111 решер. Очень вдохновляешь, спасибо большое, мне очень приятно. Вдохновлять это круто. Вдохновлять людей классно, но не фанатейте, пожалуйста. Фанатеть. Так, а что он воняет? Смотри, не смотрите, там много голов. О, ты жив? Они перебили нас. The variants. You can't fight them. You have to hide. Блин, если такого крутого чувака. Главное, ворота можно открыть и обеспечить службу. Так, ну что, убираться мне надо, получается. Или что? Чистоту навести он, это иметь в виду? Я жить не знаю. Мы с вами начали диалог. Мы не закончили. Тебе надо, конечно, идти обратно. Думаешь? А может просто сходить к этому пацану? А где он? Там что-то... О, да, 5000 написал. Да? Братка, роли на руке между ЗП, это стример, ресторатор или рэпер? Братик, я человек. Я уже говорил об этом очень много раз. Но за деньги спасибо. Мне еще 1 евро перевел. Привет, нищенца. Да. Скидывайте больше денег, потому что деньги — это хорошо всегда. Так, кто-то там остался, неплохо тут. Очень нехило. Смотри, у тебя качается зарядка. О, рука. У тебя качается, не трать. А кто ковырялся в залске? Не трать зарядку. Извиняюсь. У тебя 2 из 5, а одна уже почти закончилась. А не хочешь ты поиграть, а? Нет. Почему? Я хотела играть ту игру, ты захотел в эту, значит, ты в нее играешь. Странное движение, что ли. Закрыто. Он туда зашел и закрылся, гад.
Ребят, горят. Фу, так. Детройт Become, если будете дальше стримить. Я вот играл в Детройт, кстати. А зачем? Ты какой большой. Там бабка, смотри, смотри. Что? Ты такой испуганный там. Забавный стоп-кадр. Так. Че, ты мне даже после... Ну, бокал виски не нальешь сегодня. Ну, смотри, столько денег в семью заработали. А перед сном нельзя бокал виски? Ну, пожалуйста, бокал один виски. Смотри, что происходит. Ты разрешишь? Тихо. Там был толстый, а сейчас тонкий. Это какой-то другой получается. Значит, он заправляет, правильно? А этот выполняет. Ты меня пытаешься... Ну, камера. Мне вот все говорят, каблучок, цок-цок. А бокал виски это не много вообще? Подожди, стоп, бокал виски. Ну вот так, вот так. Это не бокал, вот бокал. Ну, стакан и вот немножко. Пожалуйста, ну разреши выпить стакан виски. Ты почему поддаешься? Если они говорят, что ты каблучок, значит... А почему они говорят каблучок, цок? Я же рэпер крутой, я же телок, там направо-налево вот это вот тачки и деньги, и, блядь, ей-ей-ей, Хью Хефнер, ей-ей. Что это написано, не понимаю английский. А ты мне бокал виски не дашь выпить? Про... Дилара, ты мой образ сейчас разрушишь. Дилара, образ разрушишь мой. Давай. Нет. Ты знаешь, прикрывался образом. Ну, я хочу виски. Он говорит, ты мне сейчас образ разрушишь из-за того, что не нальешь мне бокал виски. Я говорю, давайте еще не другое налью вместо виски. Нет. Ну, я хочу виски выпить. Ну, я алкоголик, и что? Куколту. Нет, ну, это куколт, это немного другое, ребята. Это немножко другое. Мне просто не разрешают виски пить. Знаете почему? Потому что я каждый день опять пью. Решай. Диларочка за меня переживает. Просто играю в игру, не думая о виски, все. Ну все, ну давай. Ну да, нужно просто перетерпеть несколько дней, и все. И все будет хорошо. Но бокал виски-то можно выпить. А что он, получается, сказал? Что-то про... Подожди, подожди, я еще не закончил. Смотри, теоретически, если я все-таки алкоголик, да? Угу. Могу же я в меру пить, а не напиваться? Давай спросим у чата. Ребята, вот скажите, пожалуйста, бокал виски можете мне... Давайте вот плюс, если считаете, что я могу выпить бокал виски, дорогие подписчики. А минус, если считаете, что это бокал, вот плюс, пиздец. Плюс. Минусы! Смотри, сколько минусов. Плюсов больше. А там один просто много плюсов написал. Да, видишь, смотри. Ну. В смысле последний раз? Не у каждый день последний раз. Ой, алкаш, ебаный, обосранный алкаш. Они разделились на два лагеря. Пизда твоей печени, это правда. Давай поиграем. Давай. Хочешь орешки? Нет, хочу виски. А мед хочешь? Нет. Чай, наверное. Не, не хочу. Я и так потолстел. Нет, не хочу. Я же и так потолстел. А вот виски бы выпил. Блин, ты так резко быстро побегаешь, страшно. А ты еще ни разу не нашел, да, батарейки? О, батарейки! А чего тут у всех головы нет? А, там можно опрос, говорят, сделать. Ну, неважно, нельзя. Вот я завтра... Ты вот пойдешь на тренировку, я как возьму и выпью все. Да я спрятала, ты не найдешь. Как не найду? Найду. Не найдешь. Найду. О. О, 5000 на скинули. На бокал виски. Все, давай. Нет! Да. Ты сказал 10, а 5 скинули. Ой, ты шевелится. Ой.
Мне кажется, ему просто плохо. Ну, типа, ну, а если еще 5 скинуть, то можно? Нет. Ну как? Ну нет! Ну, ну решили же, все не без этого. Ты вчера пил. Это я когда не сдалась. Стул чисто. Что вчера вспомнить? А я что, вчера сильно напился? Блин, да. Опять заладила. Да, да не был, не напился вчера сильно. Уфа, на связи. Напился ты вчера сильно? Не сильно вчера напился. Ты помнишь, как ты... Помню, все. Так я шампанского бутылку перед сном выпил, и все. А, бутылку, блин, хуйня, Антоша. Ну, что-то... Я же медленно пил. На 3 часа растянул. До этого ты что-то пил? До этого тоже шампанское пил. Спасибо, что пишешь мне про насчет вебки. Ой. Нет, а батарейка, батарейка, смотри, батарейка на столе, батарейка. Кишочки. Нет, ну батарейка очень. Ну зачем тратишь на это? А зачем? Мне кажется, сейчас что-то обязательно выключить. Тоже интересно. Так разозлился. Привет, я делаю привет Лая. Молодец. Что всех так перебил. А я откуда пришел? А ты там сидел на Ане? Блин, да, пропустил. Нужна карточка, да, какая-то? Да. Кайфует кто-то. Ну, кайфует обломанная. А как может карточку доступно найти? Может быть, у того, как раз кто и сидит, кайфует. А он у него закрыт. Ну, надо, может, обойти. Вчера 1,2 миллиона проиграл на ставку, мне 20, решарка что делать. Ужас. Блин, ребята, иди в универ, пожалуйста. Не играйте на ставках, пожалуйста. Нет, универ это... Ну ему, по-моему, туда надо. Ему конкретно. Иначе он такой еще такой занимается, нет? Да, ребят, ставки это все обман. Это как казино. Я на самом деле, я не против казино, например. О. Типа честно, да? Нет. А какой? Ого. Ты говоришь, я не против. Я не против казино, я сам. О, а вот и он. Он живой? Ой, может подойти и спросить, что кого? А что за Детройт? Что за игра Детройт? Я думаю, ничего не пугает, они пугают просто моим видом. Ассаламу алейкум. Смотри, ты уже батарейки меняешь. Какая экономная. О, блядь. Бля. Не, ну давай поинтересуемся. Пацаны. Ой, они такие... Вот тут очень страшно. А почему им плохо? А чё не смотрят? Ничего. А чё, где он руку держит? Он тут? Нет, нет, это он тот. Нет руки. А пацаны, так тут же кончилось. Что? А ты что? Кошка. Неприятный нарастающий звук. Хватит. Хватит. Знаечка. Отойди оттуда. Так вот, о чем я начал говорить? То, что я не против казино, потому вот я туда, я люблю ходить в казино. Когда ты последний раз ходил в казино? Ну, в Испании я частенько бываю, в Беларуси был в казино, заглядывал. Но я туда иду с мыслью проиграть, как бы. Это просто развлечение, это антураж, это красота. Ты туда идешь с мыслью проиграть.
Если кто-то... пишут вернуться. Дебилом, вернись. Если кто-то делает ставки как свою основную работу, пацаны, вы проиграете. А все эти тренера и коучи, которые говорят, что зарабатывают на ставках и научат вас, это тоже все полное наебало. Не знаю, конечно, стоит ли вам это объяснять. А все пишут, что вернись. Ну, вот я возвращаю. В дырку. А куда? Может, в эту? А там внизу можно засунуть? Сам потом. Не думаю. За диваном, говорит. Ламатуре. Что? Ламатуре. А, нет? Да. О, а. Чё он так дверь открыл, блядь, пардон, да? Так дышит, это страшно. Ага. О, карточка. Опять сохранение идет. Что-то не так. Что такое плохо? Я на самом деле спать мне хочу. Шаг, уже. Спать хочу. Можно? Давай еще. Не хочу. Не хочешь совсем? Да. Спать. Ты хочу. Испугался просто. Нет. Да, ты не правда. А, пойдем, раз ты испугался, идем. Вебка зависла опять. Все такие вебка, вебка. Ой, а может вот так с вами поговорим, ребята? Нет, не очень, конечно, не могу. Ням-мам. Не хочешь играть больше? Да, я хочу, я спать хочу. Сколько времени? О, ну 4 утра. Время 4. Что это? Ну, пойдем спать. Что, ребята, всем сладких снов. Цикло. А посмотри, сколько это. Что мы заработали за сегодня, прям интересно. Да, посмотри. Ну и напоследок, давайте уж спросим. Что, как вы относитесь к тому, чтобы я выпил стаканчик перед сном? Вот, кстати, обзоры на кайф в трендах до сих пор висят и очень круто собирают. Поэтому... приглашаю всех обзорщиков, кайф. А где посмотреть? А, у меня баланс 60 тысяч. Чего? Вау, стой, кто нам еще закидывал? Давай посмотрим побольше. XXX какой-то? Да, вот, да, он закидывал. И Эвилон. TX, вот еще GTA 5 RP, спасибо. Но сиделок не закончили. Еще давай. У меня рекламу хотели. Так, еще дала. Блин, надо написать, я реально очень люблю. Блин, ладно, большое спасибо всем за донаты сегодня, господа. Все, 60 тысяч мы сегодня собрали на стриме, это значит, Дилар не будет просить у меня деньги примерно два дня, да. Так что, всем спокойной ночи. Это неправда, это шутка. Да это шутка, конечно. Всем спокойной ночи, а все. Давайте напоследок уж. Заработал я сегодня на свой бокал виски. Да.